Всем привет, ребят. Решил записать вам видосик. Зашел на китайку и, честно говоря, просто охренел. Охренел с того, что... Посмотрите, что делается здесь для бездоната. Ну, за один сам там сладости, да, ну это такое. За 2555, ну, в принципе, довольно-таки неплохие плюшки, но оно того, честно говоря, тоже не стоит. Там за 4800... Ладно, ну последнее посмотрите. Просто жесть. Шестая эмблемка новая. Эмблемы будут самые топовые вот именно этого таланта. 100 питомцев. 100 смертушки дают. Скин бесплатный, ребят. Условно бесплатный, потому что вы потратите самоцветы, но их можно накопить. Топовый талант. 30 карт. 10 для забытой, поехали. Вот так вот забрали мы это добро. Посмотрите на рынок, я уже показывал. Просто бешеный рынок, продают новые таланты, продают исцеление, продают коробки. Четвертые эти продают. Ну, все как обычно, 5 коробок можно вытащить за раз. Топовые таланты, ну, что тут еще сказать. Опять же, дальше. Четвертые продают эмблемы. Третьи сундучки вот такие вот. Я их открывал вчера у себя. Питомцев продают. Ну, то есть все по максимуму. Русский сервер отдыхает. Но в чем суть? Ну, тут тоже продают. Видите, за донат сколько дают? За 3200. Это, грубо говоря, там два наших больших пака пусть будет. Дают вот такие вот плюшки. А тут дают просто без доната. За то, что вы накопили. Вам дают скин на огнекрыло, который у нас стоит нормально. Пак, по-моему, стоил питомцев, эмблемку, талантик. Просто за самики для бездона. Я считаю, это очень правильно. Поехали, заберем эти плюшки. Ну, что вам сказать? Без доната. Скоро бездонатные, я надеюсь, соберут огнекрыло и будет сразу же скин. Но опять же, для этого надо копить там самоцветы хотя бы месяца два. Но есть люди, которые копят, поэтому китайский сервер, тут и некросов, и вольтов раздают. Можно собрать без доната, то есть это не проблема. Вот чем он мне нравится. Там говорят немецкий, на немецком там народа меньше играет. И я не знаю, или там есть именно такие акции, как здесь. Так, окей, с этим решили, поехали. Покажу вам уже сразу же английский сервер. Ну, честно говоря, в шоке с того, что китайцы творят, красавчики просто. Кристальный сундук, пират. Ну, пират тут, я не знаю, почему они пират, они делают с огнекрылом. На китайке вчера, кстати, опять же был пират с огником. Можно было тоже повыбивать сумочки. Там он довольно-таки часто. Так, забираем тут плюшки. Ну, обычных питомцев даже хотя бы продают. Что очень радует. Все дешевеет. Дешевеют эмблемки. Дешевеют. Просто новый талант еще не дешевеет. Четвертые пока продают. Через неделю будут седьмые продавать уже эмблемы. Ну, тут, видите, 100 баксов стоит. То есть тоже уже подешевле. Ну, на английском это как бы норма. Вольт 20-ка, плюшки. Куча плюшек разных. То есть такой вот рынок здесь. Ну и поехали. Подождите, сразу же подкачаюсь, а то потом забуду. Тут смертушка уже 21. Ну отлично, бабло подкачается. Не знаю, насколько там нам хватит. 24. Но дальше я там все равно не получу. Так, с этим решили. Еще у нас, по-моему, вот так вот, ребят. Вот вам и китайка. Так, докачали облик. Тут еще немного осталось тоже по обликам. Но так и нету облика на Купидона.
и на Медузу. Так, ну и поехали на русский сервер. Самый-самый, не буду говорить какой, самый любимый русский сервер. Колесо удачи. Ну, дают нам тут эмблемку, дают рогатку за 180 попыток. Просто жесть. Давайте поиграем в настоящую рулетку. Надо будет, кстати, заснять рулетки на разных серваках, чтобы вы увидели разницу. Посмотрите, нам дают всего лишь 3 сумочки питомца, в то время как на английском, по-моему, там по 35. Это на китайке я играл, там 35 с этих с яиц выпадало, 35 штук. А у нас 3 дают за попытку. Ну, нормально, чё. Хоть у нас, да, допустим, там... О, я выбил 3 штучки, огонь. У нас донат дешевле в 2 раза, если так сравнивать относительно. Ну, то ж не на 10 меньше. Хотя бы минимум 15 должны давать. Но, увы. Чуть-чуть нам не хватило. Еще и вторую получили. Так, что тут у нас? 5. 2. Стыдно даже открывать. И 1К кулаков. У нас сегодня был рынок. Сейчас тоже пооткрываем. Вот новые мешочки, новые сундучки. И остальные плюшки я только в акции забегу. Посмотрю, что тут за сундук. Можно вольта выиграть. Ну, поехали, попробуем. Так. 28 попыток на вольта. Ну, в плане самого нам грех жаловаться. Самое халявное, самое это на русском сервере. Это да. 600. Еще 600. Ну, сможем 1400 там или 1500, не помню. 1500, по-моему, максимум. Триста. 150. О, 5 осколков огнекрыла. Вот это удача. Ого, 10, ребят, посмотрите, как сыпет. Фига себе, целых 10 осколков огнекрыла собрали еще на халяву. Ну, конечно, это все печально, если сравнивать бесплатные за самоцветы базары, ну, бездонатные в смысле. У нас и китайку, то, что они дают там практически каждых пару дней. Небо и земля. О, 1500 все-таки словили. Сто пятьдесят. Отлично. Так, ну что, поехали. Пооткрываем сейчас плюшки. Посмотрим, что нам упало. Точнее, упадет. Ну, неплохо. 10 осколков огнекрыла хотя бы дособирали. Так, что у меня тут делается? По обликам. Ну, тоже немного осталось. Ну, побольше, чем на английском даже. Так, окей, смотрим плюшки. Чтобы ничего не пропустить. Так. По одному открываю, потому что сейчас буду бегать вверх-вниз, если все вместе открывать. Ой. Ну, бывает. Вот видите, сразу же. Или не? А, не, не перемещает. Так, 95. Ничего себе, смерточку вытащили даже.
Такс. Ну что, поехали. Давайте сначала с сундучка. 30 слизней топовых и 30 книг. И хрен вам. Хотя можно было получше плюшки вытащить. Так, ну пробуем что-то тут вытащить интересное. Поехали. Третья эмблемка. О, нифига себе, 10 осколков. Это победа, ребята. Вот так вот. Ну, в принципе, самое топовое оттуда это и есть эмблемы. 3 штучки вытащили. И уже удача, даже скин огника улучшили на плюс 1. И здесь на плюс 1 сделали. Все, просто жесть. Прокачали силушку на максималку. Так. Ну, как-то вот так вот вроде все. То, что надо было, пооткрывали. Скоро будем открывать уже сумочки на огника. Еще немножко, 5 штучек осталось добыть. Все, вот так вот бомбите, пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Но я считаю, должна быть хоть какая-то где-то справедливость, равновесие для даже без донатов. Я не говорю за донатов. Донаты уже и так понятно, где лучше всего играть. И быстрее как бы прокачаться, и быстрее забить на эту игру. А вот для бездонов, почему именно вот так вот, я считаю, сделали бы хотя бы, ладно, там на английском, пофиг, там донаты в основном сидят, там донатят. Ну, есть обычные игроки, но там с донатом просто надо играть и все, тестовый сервер. А вот на русском можно было бы для бездоната такую же самую акцию просто сделать и подарить там, почему нет. Может, будет это все, посмотрим, но пока... С того всего, что я на Китае доставал, как бы, грубо говоря, за самоцветы и то, что могут достать бездоны, на русском сервере с этого ничего не было. Нам там не дарили столько плюшек, сколько там. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.